Приветствую всех, друзья. Рад приветствовать на канале Let's Play Man. И сегодня я буду играть в Assassin's Creed Liberation HD. Это, получается, ПК-издание игры, вышедшее уже больше года назад на Vita. На Vita точно есть. Не помню, на остальных консолях было или нет. Ну, я имею в виду старое поколение. Про ассасина-женщину, чернокожую. Чернокожую. Политкорректно или нет? В принципе, да, тогда не было афроамериканцев. Значит, за чернокожую женщину, почему я решил его пройти? Потому что я хотел вообще пройти на отдельную кампанию за Эвелину и за Адевали. Именно это дополнение к четвертой части, да, Assassin's Creed Black Flag. Но как бы про Эвелину никто не знает, кто такая. Раз и появилась. Поэтому решил пройти игру, собственно, рассказывая всю ее историю, как она стала ассасином. Она, в принципе, не длинная, так что можно пройти. Давайте начнем. Так, назовемся, как обычно, Фишер. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. А, ну, кстати, хотел еще сказать, что игра только с русскими субтитрами идет. Это полная русификация. An 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Гребаные уровни синхронизации. Вот никогда я не любил. Хочу играть так, как хочу я. А не вот, там по этим процентам дурацким, там 100% синхронизация. Кому она нужна? Ну да ладно. Что-то я распереживался. Хрен с ним, посмотрим. Вступительный ролик. Курочка. Я. Странно, любовь к курицам напоминает Фейбл, да? Курощуп. Кто помнит? Побежали. Упс. Catch the chicken. Фига, уже запыхалась. А в то время детство... В то время дети курили, интересно, или нет? Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not counting the missing toes. Mama? Девочка думает, да? Почему таких же, как она, людей, таких же, как они, только с другим цветом кожи, продают как вещи? Это что такое? Где мать? Мама! А это не... Pardon, madame. You there, Dantling pest! I'll have you arrested! С чего это ты хочешь ее сгноить? Она свободная. Девочка, чё, охерел? Да.
Зачем он его бьет-то? Не слабо. Ах ты. Она уже имеет клинки ассасина или что? Ох ты жесть. Resident Evil? Нет? Такие штуки изо рта. А, это кошмары. Авелин? Машири. Моя дорогая. Ты снова кричала? Опять тут кошмар? Oui. Да, просто only сон. Простите, я разбудила вас. Моя дорогая, не извиняйся. Never. Мать всегда тревожится, apologize. Даже мачеха. A mother worries. Получается, отец Авелины с ее мамой чернокожей там замутил. Видимо, с рабыни она родила ему дочку. Ну, незаконно, может быть, я не знаю. Мама, do you worry too? Или она ее потеряла, получается. Did you forget me? Or are you gone? Или ее убили. Или продали. Ну, не знаю. In any case, the night has better uses than sleep. Ох ты, костюмчик, а. Круто, тенюшка какая. Ей идет. А в то время у негров уже были дреды? Вот, вот в чем вопрос, я даже не знаю. Так. Пойти голубятни. Пойдемте. Так, прыжок веры. Ну, конечно, видно, что это отрендеренная, да, графика с портативной консоли. Такой особой детализации нету. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Так, что у меня за задание? Давайте посмотрим. Осмотреть местность с колокольни. Окей, это где? Оп. Наверх? Да, наверх. Ну, эти вот сферы, насколько я помню, свиты как раз и появились. Ага, мне нужно на самый верх. Но я так понимаю, чтобы провести полную синхронизацию, да? Была ночь, уже утро. Долго поздно. Однако.
Ubisoft представляет. Игра от Ubisoft София и Ubisoft Montreal. Ну да. Логично. Ночной Новый Орлеан. Ну, правда, не очень-то он и ночной. Ну ладно. Проведем синхронизацию. Ну, слушайте, подлагивание при синхронизации — это не моя вина и не компа. Тек, обучение, да? У меня задание — переодеться в рабыню. В личине ассасина Авелина сражается лучше всего и может использовать мультиубийство. Личина ассасина всегда известна, и стража быстро ее замечает. Чтобы снизить известность личины ассасина, нужно подкупить продажных чиновников, используя любую личину. Личина ассасина позволяет свободно лазать. Личина рабыни. Слаба в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Зато она позволяет смешаться с толпой, работниками или стать незаметной, перенося ящики. Чтобы снизить известность, срывайте объявления о розыске с изображениями любой личины. Личина рабыни позволяет бегать. Ага, личина госпожи. Конечно, я думал, название такое, личина госпожи, это немножко в другую сторону будет намек, да? Там на БДСМ и все это прочее. Нет. Все немножко более тривиально и скромно. Личина госпожи слаба в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Госпожа может очаровывать и подкупать стражу. Личина госпожи становится известной медленнее, чем другие личины. Чтобы снизить известность госпожи, нужно убить свидетелей, используя любую личину. Личина госпожи не позволяет прыгать, лазать или бегать. Ага, чтобы здесь снизить известность, нужно убить кого-то. Чтобы здесь... нужно подкупить, хотя на самом деле мне казалось как бы наоборот логично. Ну ладно, здесь срывать объявления. Но тем не менее, задание у нас переодеться в рабыню. Давайте переоденемся. Авелина де Гран Прелик. A delivery так. Will arrive at the plantation. A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Так, мне нужно пробраться на плантацию. Еще бы найти скамью, чтобы на нее сесть. Ля-ля-ля. Здесь рабов было незавидное положение. А вот в Древней Греции некоторые рабы были богаче, чем свои хозяева. Да я обычная рабыня, чё вы, не обращайте внимания, всё нормально. Нормуль, все, не обращай внимания, мужик. Чини там свой забор.
750 золотых. Ну, будем условно называть их золотыми. Условных единиц, скажем так. Ага, мне нужно сесть в обоз. Или я уже сел в него автоматически? Нет? Спрятаться в фургон. Ага, спрятались. Теперь ждем. Не надо ждать, я думал, придется выпрыгивать. Не пришлось. Я могу косить под настоящую рабыню. Берем ящик, тащим на плантацию. Я рабыня, чё вы, чуваки? Быстрее будем двигаться легким бегом. Йо, братва, как дела? Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Чё, кто такая? Don't need no more. Новенькая, что ли? У нас вот проблемы так полно тут пришла. Я ваш друг, ребята. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt, today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Так, я получил информацию о том, от одного из рабов, от одного из рабов, что негры никуда не сбежали, их просто забрали. Теперь мне нужно забраться на особняк плантации и осмотреть все. Типа это беспалевно, что ли? Ну, раз беспалевно, полезли. Воу, высоко. Так, задание осмотреть сарай. Окей. Так, не будем привлекать внимание. Я тащу ящик, просто тащу. Не обращайте внимания. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. Таким акцентом. Видно, что француженка.
We've got rats in the barn. И что, я должен буду их всех убить? Опаньки, я получил мачете, круто. Жестко, жестко. С таким хрустом эффектом, да? This nightmare! I can't take no more! His terror is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Погнали. Слушайте. Я хоть и ассасин, но деньги всем нужны. Эвелин, my daughter, уже? Wandering alone at такой dawn. Быстрый переход. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would. In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon. Ага, это она так обставляет Эвелин, ту фигню, где она нашла ту рабыню, да? Типа шла по улице, нашла ее. You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Тетка Мадлен помогает всем рабам, я так понимаю. Но она, наверное, знает, кто такая Эвелина, что она ассасин. Так, Эвелина в третьей одежде, в третьей личине госпожи. Ну, кстати, неплохо ей так идет костюмчик этот, платьице. Так, идет, бедрами виляет, неплохо. Ну ладно, я думаю, можно на этом закончить. Смотрите прохождение в следующих выпусках. И всем пока, и всем удачи.